Здравствуйте! С вами я, Светлана Золотарева, и программа «Академия огородника» на телеканале «Усадьба». А вы знали, что овощи можно выращивать круглый год? Серия семян «4 лета» от агрохолдинга «Поиск» – это реально. А расскажет подробнее об этом нам селекционер Диана Янаева. Здравствуйте, Диана! Здравствуйте, Светлана! Что же себе представляет серия семян «4 лета»? Это очень интересная и полноценная серия, в которой включает в себя группу раннеспелых, высокоурожайных, стрессоустойчивых и, самое главное, компактных растений, овощных культур, также зелени и пряно-ароматических трав. Миниатюрные перцы, при этом масса перцев может достигать 60-80 грамм, как, например, вот у такого перца кузя. Это сладкий перец, который просто будет, как на картинке, усыпан вот такими прекрасными красными плодами, которые просто вот такое маленькое растение с легкостью выращивает и вытягивает. Туда входят замечательные баклажаны, которые не надо формировать, они сами по себе вот такие вырастают, размером где-то 50-60 сантиметров, абсолютно усыпанные вот такими плодами, которые можно также использовать и как на фаршировку, так и в самостоятельном тушении. Да? Как добиться вот такого результата на подоконнике? Конечно же, мы должны поддерживать температурный режим и режим света. И постоянный полив, то есть постоянная влажность грунта. Это вот три фактора, которые являются залогом хорошего здоровья растений и богатого урожая. И, конечно, мы должны сразу рассчитать, в зависимости от культуры, площадь питания. Как раз комнатные овощные культуры надо периодически подкармливать. Если идет фаза плодоношения, начало плодоношения, то подкормки происходят каждые 2-3 недели. Но тоже лучше не докормить, чем перекормить, и надо смотреть на состояние растения. Но и у нас есть семеноочистительный завод, где мы дорабатываем семена до совершенства. И я вам предлагаю его посетить. Мне предложили посетить семенной завод агрохолдинга «Поиск», где происходит доработка и очистка семян. И расскажет все об этом процессе нам руководитель дивизиона «Семена» Виктор Михайлович Якшин. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Здравствуйте, Света. Агрохолдинг «Поиск» построил завод, который предназначен для того, чтобы семена были чистые, без примесей, калиброванные, и чтобы наши покупатели были довольны нашими семенами. Вот эта машина называется пневмостол. В результате вибрации семена разделяются по массе. Самые крупные и самые вызревшие семена идут в одну сторону, мелкие пустые семена и мусор идет в другую сторону. Вот здесь сверху находится решето. Происходит вибрация, семена движутся по решету. А снизу, в результате вибрации вот эти шарики бьют по решету, чтобы ячейки не забивались. Таким образом, семена здесь не застаиваются, а двигаются сюда, и дальше происходит сепарация. Пыль, мусор отходит в результате воздушного потока сюда, одни семена падают сюда, и более крупные, самые тяжелые семена опускаются вот сюда. Таким образом происходит очистка. Комплекс вот этих машин позволяет нам предложить нашим покупателям самые качественные семена, которыми они получат хороший гарантированный урожай осенью. Мы убедились, что высокие требования, которые агрохолдинг «Поиск» предъявляет к своей продукции, позволяют создать семена высокого качества и отличной всхожести. Да. Выращивание овощей – интересное и плодотворное занятие. Так приятно видеть результат своего труда, а главное – пробовать его на вкус. Мы создаем сорта и гибриды овощей с повышенным содержанием полезных для организма человека веществ, с лучшими вкусовыми и потребительскими свойствами, высокоустойчивыми к болезням и вредителям, что позволяет снизить или исключить использование пестицидов. Какой чудесный урожай в таких маленьких горшочках! Как его вырастить, я покажу на своем мастер-классе. И в этом мне помогут мои маленькие помощники.
Ну что ж, приступим к посеву домашнего огорода. И со мной мои маленькие огородники Сонечка и Ваня. Будем мы сеять три культуры. Вот такой красивый перец, замечательный томат и базилик. Начнем сеять перец. Как правило, перец можно посеять вот в такие мини-парники или же в небольшие рассадные кассеты. Итак, будем сеять в мини-парник. Открываем. У нас внутри таблеточки. Вань, налей, пожалуйста, сюда водички так, чтобы вода покрывала вот эти торфяные таблетки. Лей, лей, хорошо лей. Вот, все, спасибо, хватит. Пока они у нас будут набухать, мы с Сонечкой посмотрим, какие семена перца на внешний вид. Красивый перчик, да, Соня? Красивый. Это перец мексиканец. Дома на подоконнике или на лоджии этот перец-мексиканец можно выращивать круглый год. Особенно если в зимний осенний период для него обеспечить специальную досветку фитолампами. Давай, бери семечку и клади в центр вот этой таблеточки. Вот, прижимаем хорошо, чтобы она прямо у нас туда вошла. Давай. Вот. В таких торфяных таблеточках семена быстро прорастут. При этом мы их накроем крышкой и создадим определенный микроклимат. Накрываем наш участок посевной вот такой крышечкой. И в дальнейшем мы его поставим под лампу в теплое место. Хорошо? А сейчас мы с вами будем сеять томат «Оранжевая шапочка». Вот этот вот томат «Оранжевая шапочка». Смотрите, какой он красивый, какие крупные ягодки. Томат, наоборот, в отличие от перца, очень любит, когда его корневая система испытывает определенный стресс. Она нарастает. Поэтому мы будем сеять на рассаду вот в таком горшочке сразу все семена. Ты припаси 5 семечек, а я пока сделаю нам 5 отверстий. Отверстия в горшке делаем на глубину не более 1 сантиметра. Закладывай вот в каждую дырочку по одному семечке. Давай, клади. Угу, еще клади. Грунт вот в этом горшочке влажный, рыхлый, и при этом всегда для выращивания рассады мы используем легкий грунт с добавлением комплексных удобрений. Так, а мы с тобой, Соня, теперь их будем зарывать. Вот так вот надавливаем пальчиком на эту дырочку, чтобы семена плотно соприкасались с землей. Закрывай. Так, Ваня, готовься, будем опрыскивать, чтобы вот этот горшок у нас был полностью влажный. Берешь опрыскиватель и пшикаем. Горшок хорошо после того, как мы опрыскали, закрыть пленкой или накрыть стеклом. На этом все. Спасибо вам большое, мои юные огородники. Все мы выращиваем овощи для того, чтобы использовать их в пищу. Но ландшафтные дизайнеры часто используют компактные сорта для декорирования. Подробнее нам об этом расскажет руководитель ландшафтного бюро «Гордье» Оксана Пискарева. Здравствуй, Оксана. Здравствуй, Светлана. Да, действительно, наши садоводы, как правило, выращивают овощи на грядках в огороде. Но мы, ландшафтные дизайнеры, пошли немножко другим путем. Мы используем компактные овощи, особенно мы очень любим серию «4 лета», для декорирования террас, балконов, зон приема пищи и зон отдыха. Одно из таких интересных решений я тебе могу сейчас продемонстрировать. Мы оформили в нашем шоу-саду прекрасную террасу. Пойдем, покажу. Отлично, идем. Пойдем. Оксана, какая у тебя необычная терраса. Да. Расскажи, пожалуйста, почему ты использовала именно эти культуры для оформления? Ну, во-первых, мы с тобой сейчас говорим о серии семян 4 лета. Они компактные и очень симпатичные. Поэтому, конечно, на площади, где недостаточно места, ну, как правило, это балкончики, террасы, ты видишь, здесь, в общем-то, немного, но посмотри, сколько мы культуры сместили. Розмарин вообще растение замечательное. А здесь у нас сорт представлен росинка. Ты видишь, он тоже такой небольшой, да? Компактненький, да, при этом он действительно ароматный. И ты, конечно, как любая хозяйка, используешь наверняка его для приготовления и рыбы, и мяса. Мы точно так же можем вечером, ужиная на своей террасочке или на балкончике, положить небольшую веточку розмарина. Он нам будет создавать такое вот ощущение, может быть, Средиземноморья, если мы будем рыбку кушать. Ну и, собственно, придаст такой незабываемый аромат. Очень люблю использовать и эти растения, и я сейчас тебе покажу много всего интересного. Пойдем. 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 Помимо серии 4 лета, которую мы сейчас с тобой разберем более подробно, я тебе скажу, что здесь мои любимые базилики Арарат, базилик Тонус и наш малыш базилик Шалун. Угу. Ко всему прочему, здесь я высадила перчик мексиканец. Он острый, но при этом посмотри, какие красивые плоды. И если украшать ими, например, блюдо готовое или нарезать мелко в салатик, я думаю, это будет просто восхитительно.
Но помимо декоративных перцев, у нас еще есть одна очень интересная грядка. Ну вот, Свет, я тебя хочу познакомить еще с одним сортом перца. Он такой же компактный, не требует формировки. Кустик очень симпатичный, тоже остренький, называется феникс. Вот смотри, мы с тобой видели мексиканца, и вот какой замечательный красивый феникс. Длинненькие такие, стройные плоды. Вот, на прям самом как деле, сосульки такие. Да-да-да, новогодние. На самом деле он очень декоративный, потому что, видишь, и зелененькие, и красные уже созревшие перчики. И сам по себе очень такой динамичный, симпатичный. Мы здесь еще посадили один сорт базилика. Ты еще с ним не знакома. Посмотри, это базилик овощной свежесть. И если я тебе сорву веточку, ты удивишься, насколько у него аромат необычный. Очень красиво. Спасибо большое за такой подробный рассказ. Я думаю, наши телезрители почерпнут себе какие-то идеи и, может быть, что-то воплотят у себя в огороде. Да, тем более это несложно. Сегодня мы познакомились с замечательной серией семян «4 лета», которая позволяет выращивать вкусные и полезные овощи круглый год. Но не забывайте, что помимо пользы, эти овощи еще и очень красивые. Желаем вам вкусных урожаев и прекрасных садов.